Гомель сегодня принял международный марафон инвалидов-колясочников стран Содружества. В путь из звездного городка отправились участники из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Таджикистана. Это уже 7-й подобный марафон. Он пройдет по десяткам городов СНГ через Чернобыльскую зону отселения и финиширует в украинских Сумах. В Беларуси марафонцы посетили только Гомель, возложили цветы к кургану славы и вечному огню. Цель марафона – привлечь внимание, то, что инвалидов тоже много, чтобы они выходили из дома, не боялись людей обычных. И обычные люди тоже видели, что их много. Я, например, когда делал себе пандус дома в Москве, не знал, что в моем доме 16-этажке проживают еще 4 инвалида. То есть я был поражен. Они просто сидят, не выходят, боятся.